принципе, человек как бы вот понимает. Все знают, вот, например, что такое боевой нож. Хотя это понятие условное, нет такого вообще как такового боевого ножа. Ну просто есть статья, то есть вот по вот этому ножу будет статья. Его однозначно посчитают боевым. Больше ладони, и его однозначно подведут. По другим, то есть посмотрите, я вписываться, и меня как бы, я расслабляюсь, если у меня, то есть вот посмотрите, но в то же время мои руки, они контролируют это все. И какие-то эти вещи там, да, то есть вот оно движет, раз, и смотрите, вот. Я посмотрел у тебя, раз, тебе вниз как бы живота, да, вот, я тебе как бы сверху, потому что ответственность у каждого персонала. Сделал и сразу, если нужно, или же сразу убегать, как бы, вот, я сейчас сошел, вот я, вот, да, вот уже, ногу под, сразу колено здесь подвигаю. И теперь ручки делают контроль. И видно, я его в плоскость такую вывожу. И ухожу сразу. Если есть... Видно? Раз, смотрите. И вот здесь уже... Но! Вот я веду. Вот ты видишь? О! Опять же, смотрите. И видно, по-любому есть контроль. И видно, рука, локоть идет на болевой. То есть, посмотрите. То есть по-любому нужно как бы выбивать.